Добренько. Всем добренько. Да, нормально. Добренько. Всем добренько, друзья. Я всех рад приветствовать на пятничном стриме. Всех рад поздравить, так сказать, с наступлением пятницы, с наступлением долгожданных выходных. Наконец-таки можно отдохнуть от будней рабочих, так скажем. Провести время, так скажем, дома, в приятной обстановочке, чаек попить. Всем приятного просмотра. Я покажу. Значит, устранили достаточно быстро, благо была заготовочка, быстро спаяли трубу, быстро обрезали, запаяли нахуй вдвоем. Немножко я мокренький, как вы видите. Кузяку намочил, Олежа, сука, на Олежу вода текла сверху, кузяку замочил. Так, что я делал? Ну, короче, труба ебанула в 21-м доме в парадной на входе. Очень толстые трубы эти. И все. Вот так вот работаем оперативно. Аварии устраняем. Все. Так. Шоколадная вода, да. На Олежины. Вот она на Олеже сейчас. Вода шоколадная. Теперь Олежа тоже в шоколаде, блин. Трубы говно, поэтому они и лопаются. Домам 2 года, чтобы вы понимали. Вот эти все трубы, куски говна, они постоянно рвутся. То есть то в подвале, то еще где-нибудь, вот как здесь. Это практика бесконечная. Олежа, Берта задонатила. Вернись в кайфу. Твоя дочь Габриэла места себе не находит. Мы молимся каждый день в синагоге за твое возвращение. Мы простили твою измену с Матильдой. Да. От находчивые у меня донатеры, да? Да. Гердальт один. Махорочный лес. Чисто махорочный лес. Эй, мальчик, что ты тут делаешь? Ты очень опасна. Тебе обязательно нужно здесь пойти. Тогда я дам тебе пару советов. Увидишь одинокое животное. Такое, как лягушка, крот или ящерица. Покорми его и катайся на нем. Сколько захочешь. Селект, чтобы слезть с него. Также, чтобы открывать дверь в конце уровня, собирай ключи. Кстати, я флип. Вот это да, вот это интересно. Интересно, интересно, по мухоморчику. Да, вот поэтому можно кататься? Нет, походу нельзя. Увидел твою футболку и закал себе тоже. Но уже по Twin Peaks. Правильно. Там много всяких разных классных фильмов. Спасибо за донат. Там целая куча всяких фильмов, да. И недорого, в принципе, стоит. Единственный материал так себе, но зато принт классный. Блин, странная гусеница. Ёлку я себе. А сейчас сюда и не залезь. А наверху, она не прыгает, получается. Да, махорочный лес. Махорку все курят. Вот все чисто сидят на махорке. Махорочка, говорят, это вещь. Вот и ключ собрал, кстати. Опа. Даже плавать. Только потом хрен вылезешь из этой воды. Блять, дайте мне вылезти из этой вашей воды, а. Да,
что-то, конечно, тут... С вылезанием и прыжками тяжеловато. В этом вашем мухоморном лесу. Он не вылазит, кстати. Я уж не знаю, как он может. Ну, на него запрыгнуть нельзя. Может, как-нибудь. Если не могу понять, а что делать, когда ты застрял, так сказать. Ни хрена не понимаю. Олег, как ты думаешь, если Ленина сейчас полизать, руку или лицо там, ну, где именно его кожа осталась, он будет на вкус соленый или слегка сладковатый? Не знаю, Артур, это какая-то отвратительная херня. Мне кажется, ты можешь умереть от этого, там, трупный яд и всякая прочая хрень. У меня была история, когда мы с пацанчиками познакомились с двумя мормышечками, блин. И они были из нищих семей. Короче, бабушка уходила у меня на вахту-то. Это давно было дело, лет 20 назад, может. 15. На вахту уйдет, кастрюлю, вернее, не кастрюлю, а сковородку макарон наделает. Эти две, блин, бабы только заходят к нам домой, ну, ко мне, вернее, да? И вот тут же, а чё, Олег, там у тебя похавать? Так, в холодильничке чё? Опа, сковородочка, макароны, все, и давай точить мои макароны, блядь, сучки драные. Все макароны сжирали-то. Короче, примерно понятно, что тут делать, но проблематично. Да, блядь, от вас хуй... Ёбаные ты шакалы, от них реально хрен увернешься, они быстрые и без конца респаунятся, это невозможно просто. Троекратная ура, товарищи! Выполним план за три года! Товарищи, надо объединиться во благо всего социалистического союза! Давайте будем работать и еще раз работать. Станки наши не будут пусты. Станки будут наполнены каждым трудовым комсомольцем. Даешь отечеству резину, даешь отечеству добрейший уголь, чтобы социалистические печи трудились славнее и чаще. Если бы я не запустил, то мы бы и поиграли. Ну давай следующую игру тогда. Сам Бог велел запустить следующую игру. Давай вот эту. Ну я зато теперь знаю, как у меня это самое. Консоль перезапустить. Приятно. Приятно. Теперь я знаю, как перезапустить консоль. Блин, ну ни хрена себе тут человечки, блядь, с мечами. Это что, Япония, что ли? Блядь, да это само Токио, походу, или Америка. Хорош же прыгать, блядь, придурок. Я вам, блядь, покажу всем. Маленькие шредеры ходят, блядь, я их луплю каким-то трансформером. Как вам такая игра? Графика, конечно, как на Денди. Сега и не пахнет, да? Что думаешь про RE5 в коопе? RE5, я думаю, что хорошая идея в коопе поиграть. Самое главное, что чат думает, если мы с тобой поиграем в RE5 в коопе. Просто, может, он не очень... людям интересен.
Привет, Олег, как настрой? Привет, Олег, привет, записи стримов. Настрой позитивный, хороший. Слушай, тут... Надо убить эту ногу, что ли, или что, что с ней сделать? Запрыгнуть на нее? Но она вроде как мерцает, когда я ударяю. Стало быть, наверное, урон получает, раз мерцает. Просто я не знаю, что значит это мерцание. Я так думаю, что урон, наверное, получает. Ну, Резика Е5 в коопе мы можем поиграть. Очень приятная игра. Резидент 5 это вещь. Это реально одна из моих любимых игр. Я его очень люблю. Безумно уважаю 5 Резидент. Не, ну игра любопытная, но мне не нравится. Это из Осаки. Привет, братан. Классно, наверное, у вас там. В Осаки. Япония, это хорошо. О, из Караганды даже. Из Осаки, ну, я ой, круто. Ты лечиться не будешь? Демократия, демократия, воздух свободы добавляем в Кока-Колу. Вы его пьете и становитесь более свободным. Так, а мы продолжаем. Чат, помогите. Меня насилует дед-сосед. Прямо сейчас. Пишу тут, чтоб вызвали полицию. У него огромный пеструн и мне кажется нравится. Это да, ладно. Может они конечные? Хрен его знает, конечные они, бесконечные. Бесконечные, походу. Этот еще и Олег, стреляет. Зачем ты врешь? Какое насилует? Все было по согласию, и куда ты убежал, я еще не закончил. Иначе, знаешь, поцарапай Lexus гвоздем, так что выбирай. После стрима дверь не закрывай, как и вчера. Да, спасибо. Да, блядь, пиздец игра. Я не знаю даже, как ее проходить нахрен. Играть второй раз первый уровень тоже смысла большого не имеет. Ну, не знаю. Попробовать, конечно, можно. Ай, помогите. Меня прямо сейчас дед угощает своей сгущенкой. Она вкусная. Да. Но я боюсь, что от такой сладости у меня появится диабет. Ау, а дедушка, ах ты проказник. Зовите бабушку, П будет тройник. Да, охуенный донат сегодня. Ну, пользуйтесь моей добротой, что я не блочу гачи донаты опять. Мне лень, блять, этим заниматься. Да, блять, сейчас опять догонят, ну ёб твою мать. Я то пули избегаю, чтобы в меня никто не мог это самое попасть. Блять, можешь убить их нахрен всех там на этих вышках. Душ ходил после работы. Старался избегать.
таинство. Аудиофильский шабаш проходил здесь. Смотрите. Это настоящий аудиофильский шабаш был. Естественно, там всем вино наливали, короче, бесплатно. Санек бы там вино дегустировал. Я так и ни разу не попил вино. Хотя там всем бесплатно это вино наливали разных видов. Я ни одно не стал пробовать. Хотя надо было бы, может быть. Это пластинка старая, советская, в коллекции Березенкова личной. И она была записана где-то в 60-х годах, он говорит, и использовалась в качестве учебного пособия для школ. И в школах ее включали на уроках биологии. Преследуя жертву, Сом стремится ее парализовать. С этой целью он излучает... Изгоняющий дьявола 1973. Олег, доночу, возможно, последний раз. Может, введешь правило, что если на фильм донатят больше 30 раз, то как-нибудь его можно глянуть вторым фильмом, но это не обязательно. Спасибо, Аноним. Да, обязательно надо такое правило ввести. Ютуб это... Я сделаю все ради того, чтобы зарабатывать деньги в интернете, нежели я буду ходить на работу. Я свое отработал. Я уже вам говорил. Я жму.